Добрый день! Этот видеообзор на хомут червячный цинк DIN 3017 Starfix, специально для интернет-магазина 7745.by. Такие хомуты бывают разного диаметра. Характеризует их максимальный и минимальный диаметр, на который их можно зажать. Данный образец диаметром 200-220 мм. Такие хомуты можно использовать для многоразовой фиксации, например, шлангов, рукавов, трубок. Хомут состоит из стальной ленты с покрытием из белого цинка и червячного замка, который можно повернуть крестовой или прямой отверткой, а также ключом на 7. Отвертками закручивается сложновато. Продаются по одной штуке. Недостатком можно назвать только то, что в отличие от хомутов стяжки, стальной хомут может прочно соединить только круглые детали и в ограниченном диаметре. Проверим минимальный диаметр хомута. Закрутим хомут на максимальную величину. Как мы можем видеть, хомут приобрел диаметр 20 сантиметров.